Бобби-б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 
споют бесивы. Бессовестный маленький говнюк, все проблемы вечно из-за тебя. Скажи мне, я толстый? Я отвечу тебе так. Как говорят у меня на родине, ля толстак, твой пердак. Понимай, как хочешь. Синхронный перевод. Ты самое толстое и бесполезное существо на этой планете. Я так и знал. Так и знал. Мне нужно похудеть. Похудеть, и тогда все девушки будут моими. Так, мужики, все. Пейте свой спирт и свое средство от мочи дальше. А я сделаю липосакцию, вы не узнаете меня. Встретимся в следующий раз. И вы увидите обновленного, прекрасного Фокси де ля Бокси. Пока. Га-га-га-га-га-спа-па-па-дин слендер мэмэмэн. Что-то это за язык такой жопный был, как вы вообще перевели эту фразу? Что? Я не переводил, я просто его затралил. Он заколебал меня, сидит и пьет, не плачет, только ноет. Вообще-то ты неправильно перевел мою фразу. Я хотел сказать, что у него очень красивые глаза. Или соски. Ну, мне кажется, что глаза. Ты хороший медведь, Фредди, купи мне мороженое. На кой лёд тебе мороженка? Ты ж наркоман, небось, даже вкуса не чувствуешь. Ну все, Адар, да купи морозинку, ну пожалуйста, у меня попка болит после бомбома, охладить надо всем-то, а деньги все мистер Совой забрал, потому что он сказал, что я наркоман. Рак! Дысь! Рак! Дысь! Рак! Дысь! Рак! Дысь! Рак! Дысь! Рак! Дысь! Кок! Кок! Я не рабочий, не пизжу, особенно со складов. Особенно с военных. А чё она взрывается так долго? Может, у неё, блядь, боязнь сцены. Ты вы что делаете средь бела дня? Не видели б мои глаза вас, хоть они вообще вас и не видят, но... Пироты, что ж вы... Вы чё удумали, а? Ха, буду трясти с подонка. Тук-тук, мадафак. Долг платежом, красен. Красен, долг платежом. Очень потерял красный долг. Я пришел набрать долг. Мне вообще посрать на эту пиццерию. У меня тут важное занятие. Я жевательная резинка Бабл Блю. Бабл Блю, Бабл Блю, Бабл, Бабл, Бабл Блю. Хм, я посоветую вам идти нахуй отсюда. Там, говорят, лезет. Но чтобы я указал вам, как туда пройти, отдайте мне все. Доктор, 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 доктор. У меня болезнь. Охуенно, обратитесь к врачу. Ну да. Насру-ка я в бочку меда. На, подавись, продай на органы. Ёпта. Вот так вот, там побольше, чем 15 баксов будет. А вы, кстати, слышали анекдот про парня с флагом в жопе? Ему говорят, типа, спорим, ты флаг в жопу не запихнешь. Он такой, меня зовут Бом-Бом, я все запих... А вы этого не слышали? Пидор, сука. Пирожок, гречка, мука, колбаска, гребаный сахар. Ненавижу тебя, дрянная Макаренко. Макароник, вонючий, итальяшка, сраный тварь. Гнойная свинка под соусом, чтоб ты пукнул сам себя с подливкой. Ну что, фуй тебе будем отрывать? Ну естественно! Ну, дело такое, пожалуйста, займи мне 15 баксов. О, что, серьезно, что ли? 15 баксов? Целых 15? Надо подумать, эта сумма крупная, нужно условия обустроить. Ладно, говори свои условия, сиатик. Выслушаю тебя. Ибо нуждаюсь я люто. Ну, в общем, дело такое, мистер Сол Эйджи. Ты мне покупаешь на 15 баксов 95-го. Я беру эти 15 баксов, трачу. Потом ты мне даешь еще 15 баксов. Я возвращаю тебе 15 баксов. И ты их у меня занимаешь. Идет? Но, сиатик, я не понял. У тебя... Давай посчитаем. Это уже 45 баксов получается. И причем я тебе еще буду их должен дать сам. Что у тебя по арифметике? Ты что, считаешь это выполнимым? А что не так? Фокси меня учил считать. Он правильнее всех считает. Всегда считал 2×2 равно $1 000 000, потом когда-нибудь у меня будет. Сиатик, как бы помягче тоби сказать?
Фокси — мудень тупой. Его слушать нельзя. Да? Ну тогда ты тоже в жопу иди, дурак. Я, оказывается, раньше неправильно считала. Эх ты, ёпты. В жопу иди, денег не получишь. Дружба. Демонам служба. Эй, слышь? Дядя, посмотри на меня. А? Чего тебе, мальчик? Чего тебе? Посмотри сюда посмотри, дядя, ну посмотри сюда. Чего тебе, мальчик, чего? Чего тебе, ну чего тебе, мальчик? Дядя, сюда, смотри сюда. Да чего тебе, мальчик, чего тебе? Я тебе могу только предложение руки и жопы сделать. Руку в жопу засунь, это просто стерва. Какая стерва, Федор, я стираю твои носки. Вообще-то я тебя сразу спалил, Мими, но хрен с тобой, ты конченая. Он меня тут никогда не заметит. Никогда. Слышь ты, Фредди, рот свой грязный закрой. От Фредди слышу, сука. Святой зайчий бог. В чем состоит суть твоей работы? Я насилую маленьких роботов, пока из них не вывалится центральный процессор. Потом я его продаю, его за халявы получаю. Сопли в нос. Ужас. Федор. Так это Ярик так орёт. Он и тебя, и меня, походу, разбудил. Босс, он не Ярик, он сказал, что он Алик. Алик, Ярик, какая нахуй разница? Малолетка крикливая, чтоб тебя собака трахнула. Хватит видеть во мне просто пустоту. Хватит, я так больше не могу. От вас пахнет ложью. Впрочем, как и мочой. И самое время для гиперисчезновения. Гипер. Ничего себе. Резво работают. И что ж тут написано? Я вижу лишь юх-юх-юх-юх-юх-юх. Пункт первый. Пункт второй. Юх-юх-юх, запятая, точка, юх. Пункт третий. Кто-то сморкнулся. Пункт четвертый. Большой отпечаток медвежьего анального отверстия. Какого хрена? Это нифига не прейскурант. Таракан в жопе у Бонни. Как теперь жить? Если я пожму ему руку, вдруг я пожму ему жопу. Тогда я пожму таракана, и в моей жопе тоже будет таракан. Пылесос засосет, кончится жизнь. А это откуда? Я честный Сиат! У меня есть права, как и у любой машины любви! У него вообще нет прав, почему он водит меня? Все, надоело! Я хочу, чтобы мои права тоже соблюдались! Все! Больше никакой работы! Только здоровый сон! Пошла ты в жопу, сука! Я бухой в говно, а ты тоже в костюме, пидорас! Иди нахрен! Я всегда бухаю на работе! Отвалите все, я хочу ссать! Но есть одна проблемка! Какая проблемка? У меня, знаешь ли, вся жизнь сплошная проблемка! Мне новая проблемка тут нафиг не уперлась! Ни одного документа не осталось! Все куда-то... В коричневую муть ушло. Нет, мистер Салвич, все в порядке. Еще раз доброго дня, доброго вечера, доброго морга, сука. Алло? Вы позвонили в психушку. Вы что, псих? Если брат тебя не любит, то ты... Бич. Иди ты! Жопу. Если брат тебя не понимает, то ты... Бич. Иди ты! Жопу. Можем прямо к Чингачгуку в Китай приехать. Это когда 200 лет назад было в Америке, да, Долорес? Разница. Ну как это ять, в чем разница? Ну, у них же даже, ну все, даже имена разные, мистер Салли, ну вы че? В смысле разные, голова? Ты сказал, это плитка и это плитка. Ну? Ну так и в чем, мать твою, разница? Да вы че отбиты? Я же вам на пальцах бы объяснил, если бы у меня были, смотрите, на зубах объясняю. Это... Плитка, и это плитка, они разные, имена у них разные, слушайте, смотрите. Во имя святой морковки, просто убейте меня. Ну, плитка, ну вот это плитка, ну разные звуки, даже плитка и плитка,
плитки же, они все такие мои плиточки, ну, но мистер Сан... Я всего лишь парфублю, 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 и я вертелась на ую, на ую, на ую. Запатентованные анальные кольца для голубей. Ё-моё, он вправду синий. Он синий и... И Бонни тоже синий. Эй-эй-эй, мужики, вы чего? Вы чего? Вы чего хотите? Вы чего вообще? Чего вы на меня бочку катите? Да кто тебя знает? Вдруг ты, как и твой братик, начнешь нас тут пидовать голубизной? Или морговкой избивать начнешь? Вдруг она у тебя всегда с тобой под хвостом? Я нервный. Успокойтесь, пацаны, это же я, ваш зайчонок Бонни. Вам нечего опасаться. Фредди? Что? Я чувствую какой-то странный запах. Мне кажется, это запах голубизны и предательства, который исходит от этого Бонни. Да ты опух. Фокси, ну, на самом деле, это я просто пернул. А, фух, а то я уж испугался. То-то я и думаю, аромат уж больно знакомый. Эй, перни еще разок. Может быть, этот сраный голубой заяц от нас отстанет. Слышь ты, наркоман, какой тебе сраный голубой заяц? Мы с тобой тут 5 минут в этой комнате, ты чё, меня уже забыл? Не подходи так близко, не подходи, ты опасен, это все происки демонов. Слухи, слухи, интриги, постить в интернете зарабатывают на 95-й. Как вы могли понять, я вас на ЕЕ, я ведь всего лишь признался. Взрослые такие тупые, что просто лосось. Здравствуйте, мистер Салвич, а я тут... Наслаждаюсь созерцанием предметов живописи, культуры, скульптуры. За травкой наблюдаю. Это так прекрасно. А, ёптый, дождя нет, у нас там не кухня. У нас там второй сортир, он весь в говне. Не заходите туда, мы там пиццу делаем из говна. О, тьма. Пойду посру, давно не срал. Жена горит. Точнее, жопа. Впрочем, какая нафиг разница в наши-то времена? Вот и вставили хлумки изо рта! Ты хочешь по попе ата-та? Нахера тебе ата-та, наркоман? Ты мой, да вы просто кусок сала. Я бы даже вам сказал, что вы не просто кусок сала, а вы кусок лисала. От слова лиса, если вы не поняли, мой тупой друг. Не китайской, а корейской порнухи знать надо. Ну почему вы не можете запомнить? Слишком много букв. Больше 3 букв не перевариваю. Хуй. Или юх. Это Петр. Петя. Петр? Петр? Да, вроде бы так и было написано, босс. А где написано? На могильной плите, босс. Я всю задницу надорвал, пока могилу разрывал. Мы с Джорджем будем читать стихи. По строчке и в рифму. Вы сейчас все просто угорите. Джордж, ты готов? Он всегда готов. Итак. Я люблю сажать цветы. Напалм? Все еноты уж не спят? Дегидрация. Я смешал его как отец. И на этот раз без всяких ошибок. Точно. Следовал вашему плану. Да, баночка? Факсимильяк. Почему то, что я выпил, на вкус было хуже, чем моча Фёдора? А? Что значит как? Это и есть моча Фёдора, босс? Вы что, недовольны? Я выпил мочи, Фокси. Я похож на довольного. Но вы же сами сказали взять 3 унции воды, 5 кусочков топленого лука с полей Китая, чеснок из-под мыши и волшебный сироп мочито. Одно только название заставляет кончать гурманов. Мочито. Ваше задание выполнено, босс. Выполнено. С любовью и бомб нежности. О, я принял на себя эту долю. Я чувствую, что мои кукурузинки напряглись. Эй!
Я пропихну. Идиоты. Я сказал вам разобраться с устройством швабры. Швабры, понимаете? Швабры. А вы что думали? Зачем вы затолкали бомбому вот этот леденец прямо в жопу? Мне кажется, что так моднее, дядь. Теперь я понял, что я должен писать постоянно. Я купил себе бронзбойт на eBay, он приедет, и я буду писать, писать во имя бога аниматроников по имени Ската Калтон. Интересные новости. Ну что ж, раз такие пироги, пошел я на работу, посмотрю, как там ребята. Может быть, Винни-Пух умер? Он так хотел нажраться говна. Ладно, не буду говорить про говно рядом с Эндо, а то его опять заклинит. Чао, Эндо! Счастливого тебе на пиписанье! Ох, тяжелые ноги. Алло, алло! Вы позвонили в приемную доктора Пидора Пука. Если вы хотите продать жопу своей матери, нажмите кнопочку 1. Нет. У меня нет матери, я не хочу продать ее жопу. Если за вами гонятся копы за то, что вы украли селезенку своего младшего брата и спустили ее в тальчок, загнав деньги наркоманскому мексиканцу, нажмите кнопку 2. Нет, вот такого я точно не делал. Разве только во сне. Если вы огромная рыжая стальная лица, которая очень хочет похудеть, вы должны принести мне все свои деньги и нажать кнопочку 3. Охренеть, это про меня. Где тут кнопка 3? А черт, я умею только до 2 считать. Ну, будем считать, что вот эта кнопка. Спасибо, вы зачислены на прием. Приходите по такому-то адресу, блядь. Ладно, хватит болтать. Ответь мне на один простой вопрос. Что? Бухаешь? Как черт. Да. Я что, так похож на свинью? У тебя из мозгов копченые черви лезут, и вот они так хрю, блядь, хрюкают, я спать не могу. Пощадите, мистер Салвидж. Вот ублюдок, я с ним всю жизнь, помнится, как ты гнилую картошку возили вместе в Таджикистан. Хо-хо-хо, смачно? Ого, босс, да вы чистейший, бля, бемоль выпукнули. У тебя речь не связанная, речь у тебя не связанная. Связанная это речь, бери примешь меня. Я не связанный. У тебя не связанный. Еще варианты. У тебя затылок на дыню похож. Можно лизнуть затылок, который на дыню похож? Почему уже сразу не арбуз? Почему не арбуз? У арбуза другой вкус.